настоящее время существует действительно два способа для того, чтобы процесс регистрации преодолеть. Первый способ – это воспользоваться инструментарием, который сегодня предлагает Республиканский институт контроля знаний. На сайте абитуриенты могут найти необходимую форму для подачи заявления. Заполнив ее и указав адрес электронной почты, они получают лицевой счет, который необходим для оплаты, и, обратившись в пункт регистрации централизованного тестирования, получить пропуска для участия в централизованном тестировании. Второй способ, который сегодня предусмотрен, это обратиться в пункт регистрации централизованного тестирования и, воспользовавшись помощью операторов, заполнить необходимые документы, произвести оплату и получить необходимые пропуска. В настоящее время в процесс регистрации абитуриентов для участия в централизованном тестировании вовлечено порядка 3200 абитуриентов в рамках Гродненской области. Если мы возьмем город Гродно, то порядка 1400 абитуриентов в той или иной степени преодолели необходимые этапы для того, чтобы всецело подготовиться к вступительной кампании и, в частности, для участия в централизованном тестировании.